Как? А как еще нам поступить? Как улучшать благополучие детей? Как делать так, чтобы детям было лучше? Надо спросить, что волнует детей. А волнует их, между прочим, взрослые темы. Знаешь, Саша, какие темы волнуют сейчас детей? Вот да сейчас все. В детских садах, в средней группе. Знаешь, о чем говорят? О коррупции в правительстве. Говорят об отставке министра обороны. Говорят в том числе и о пенсиях. О будущих. О будущих, да, о многих вещах говорят сейчас дети. Об этих и о других проблемах прямо сейчас в нашей рубрике «Взгляд снизу». Пожалуйста. Каждый год в России при государственных закупках расхищается более 1 триллиона рублей. Сколько триллион рублей? Это сколько? Это очень много. Очень много. Умеете считать до триллиона? Пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 10, 11, 15. Тебе бы в счетную палату пойти. Все? Да. А триллион? Нет. А триллиона нет. И так каждый год. Как сделать так, чтобы чиновники перестали присваивать государственные деньги? Я вот не знаю. Кто знает? Кто знает? Наверное, знает это депутат. Как вы думаете, кто умнее? Вы или депутат Государственной Думы? Депутат, потому что если депутат очень сильно трудится и там уже, наверное, всю жизнь читал, то, ну, конечно, умнее меня. Что удивительно, и депутаты так считают. Вы хотели бы быть депутатом? Mm-mm. А почему? Ну, потому что там на всех орать. Вот я не хочу. Пьяным ездить в баню? Ну, конечно. Так. Вы из семьи олигархов? Да. Так вы бы сразу так сказали, Мария. Давайте, может быть, вам... Так, ребят, поменяйте, пожалуйста, напиток, девочки. После отставки Анатолий Сердюков, как вы думаете, куда устроится бывший министр обороны работать? Ну, я думаю, что он будет работать, ну, где-то в стране там. У Толи было много солдатиков, машинок, танков. А потом забрали всех солдатиков, машинок и танков. Чем заниматься? Во что играть Толи, если директор детского сада говорит, да во что угодно? Лего. Строительный бизнес? Да. Столичный. А как вы относитесь к тому, что некоторые чиновники переписывают на своих детей имущество? Вот в вашей семье такое происходит? Нет. Нет? Вы бы хотели, чтобы папка на вас машину переоформил? Нет. А дачу? Нет. А виллу? Нет. А остров? Нет. Нет. Так вы не из семьи миллионеров? Нет. А, все, закончили интервью. Иди, девочка.